Всем огромный привет! Хочу показать свои пустые баночки за сентябрь месяц. Часто меня спрашивают, почему баночек много, у нас 4 человека в семье, поэтому, ну, естественно, моются все четверо и баночки собираются. Знаете, я хочу в самом начале начать с такого легкого юмора, если это можно назвать юмором. Просто бывает, мне такие комментарии оставляют, что хоть стой, хоть падай. Я не знаю, не то ржать, не то плакать. В общем, у меня был недавно в пустых баночках такой комментарий. У вас такое количество пустых баночек – это загрязнение окружающей среды. Но вы об этом, конечно, не задумываетесь. Я, конечно, против загрязнения окружающей среды, но я абсолютно не знала, что это я ее загрязняю тем, что часто моюсь. Вот. Так что сейчас я вам покажу, сколько окружающей среды в этом месяце моя семья загрязнила пустыми банками. Но, к сожалению, сейчас я пока не умею перерабатывать их сама, поэтому банки приходится выкидывать. Как научусь, буду их поглощать вместе со средствами. Первая баночка, которая закончилась, долго на ней не буду акцентировать внимание, это средство для мытья посуды с малинкой от Faberlic. Сейчас объясню, почему показываю. Каждый раз говорю, что очень нравится, покупаю с удовольствием. То, что оно от нуля с плюсом, безопасно для детей, можно мыть им овощи, фрукты. Вот, поэтому, вот, знаете, такое доверие, что если даже что-то не промылось на посуде, то оно вреда сильно не принесет. Ну, конечно, мы стараемся промывать тщательно. Нравится. Сейчас купила новинку с яблоком и тоже нравится аромат. То есть их можно менять между собой и будет очень приятное разнообразие. Почему показываю? Не так давно мне в подарок пришло с фарма косметика. Там интернет-магазин On Bio. Вот такое средство. Это тоже средство для мытья посуды. Оно тоже безвредное для окружающей среды. Ну, разве что сама баночка, может, вред приносит, как мне написала женщина. Ну, я не осуждаю женщину, я просто с юмором отнеслась к ее комментарию. Я хочу сказать, что вот это лимон алоэ вера, вот видно, да? Я единственную цену не знаю, вот ценовая какая категория. От Faberlic мне понравилось больше. Оно концентрированное и расход очень экономный. Эти 120 мл ушли достаточно быстро. И за время мытья посуды, вот, например, после ужина, когда все члены семьи вместе с кастрюльками, ну, вот покушали и кастрюльки освободились, я вот этого несколько раз на губочку лью, то реже намного приходится добавлять. Дальше. Хочу показать вот такую парочку. Шампунь с протеинами и кондиционер с протеинами. Единственное, я купила в фикс-прайсе, единственное, не было одной серии и взяла разные. Шампунь идет восстановление и уход для сухих и поврежденных волос. А кондиционер защита цвета для окрашенных волос. Но я подумала, ничего страшного. Вы знаете, у меня такие двойные чувства вот к этой паре. Промывает хорошо. Волосы потом, ну, я бы сказала, в хорошем состоянии. Они прочесываются хорошо. То есть я, например, уезжала в гости, когда не брала дополнительные средства. И смогла всю мою длину пересушенную расчесывать спокойно. Вот после вот этих вот средств. Но при постоянном использовании у меня начиналась чесаться голова. Причем, знаете, так конкретно чесалась, как будто у меня там кто-то живет. Вот. Поменяла шампунь, и все прошло. Поэтому, ну вот не знаю, не то мне не подошло, не то, ну, что-то не так. Вот если кто-то пользовался, расскажите, как вам. То есть, вот как средства-то неплохие, я их отставляла, когда другой шампунь нормально действовал, я возвращалась опять к этим, и через 3-4 применения мне приходилось опять менять, потому что голова начинала опять, ну, сама кожа головы зудеть, чесаться. Вот. Следующее. Закончилось у меня вот такое средство. Это маска. Присылала мне ее Тата Матата. Анатоль, привет тебе. Приветов будет сегодня опять очень много. Так что кто-то терпением запасаетесь, а кто-то, девчонки, радостью, потому что я буду спасибо говорить. Эта маска идет клеточное восстановление для очень сухих и поврежденных волос. Классная маска, она мне очень-очень понравилась, достаточно густая.
Единственный, как я уже говорила, минус у этой маски, то, что до середины мне помпа ее выдавала, а потом, вот она, посмотрите, какая густенная. А потом мне пришлось просто ее вытряхивать оттуда. Не стала я резать банку, чтобы не пугать вас ее некрасивостью. Хотела сохранить ее, вот эту первозданную красоту. Пришлось просто перекинуть все это средство в другую баночку, которая у меня опустела в прошлых пустых баночках. И допользовала. Очень понравилась вот эта маска. Когда у меня запасы поиссякнут, я бы ее с удовольствием повторила. В этом месяце закончилась вот такая пена для ванн. Клубника со сливками. Вы знаете, прелесть. Настолько вкусная. Пахло на всю ванну, такой аромат классный. Очень понравилась эта пена, она от Avon. Она также хорошо пенится, как и в больших банках. Ну и вот этот вот дизайн приятный, шарики. Сейчас новинки в 15-16 каталоге, тоже такие шарики, только с другими ароматами. Хорошие средства, и как подарок приятный, и внешне вот оно смотрится очень даже симпатично. По шампуням у мужа закончился Lancelot от Faberlic, шампунь для всех типов волос. Сначала он справлялся с перхотью, как нам показалось. Я его хвалила. Ну и решил шампунь расслабиться, либо кожа головы к нему привыкла. И муж говорит снова, ну как говорит, я это и сама вижу, перхоть вернулась. И мы сейчас будем уже пользоваться средствами, которые девочки посоветовали из аптеки. То есть попробуем вылечить. Вот мыло я хвалила тоже от перхоти, к сожалению, и оно стало не справляться. Ну, в общем, видимо, надо более ударно лечить волосы. В целом шампунь хороший, если нету проблем с перхотью и не надо ее выводить, то промывает волосы хорошо, волосы становятся и пушистенькие такие, и приятные. В целом мужу она понравилась. Он, шампунь, он понравился. Далее хочу спасибо сказать и большой привет передать Катюшке Путяковой, потому что она прислала Максимке среди многих детских средств вот эту пену. Пена с ароматом банана, с позитивным таким слоником, оранжевым, ну вот прямо настолько солнечным дизайном флакона, ну цветом флакона, что рука прямо даже у меня к нему тянулась, и когда я принимала ванну, я сама даже это использовала. Пенится неплохо, но если в сравнении с Avon, например, у Avon чуть погуще, чуть попенистее пена. Но с другой стороны, это хороша тем, что с первых дней жизни подходит, натуральные компоненты, и в составе, по-моему, SLS я нашла. Но в целом мне пена понравилась, аромат приятный, банановый. Так, где тут? Сейчас мы с вами вместе найдем состав, если кому-то интересно. Ну вот, да, SLS есть. Вот. Понравилось. Единственное, аромат не шел на всю ванну, но банан такой прямо красиво звучащий. Давайте вот сюда поставлю. Я сегодня, видите, как попыталась красиво оформить. Был у нас с Максимкой вот такой детский набор Rio. Экзотические фрукты. Ну, коробку я вот уберу в стороночку. Одно средство закончилось. Это гель для душа. Для самых маленьких. Вот такой. Хороший гель для душа. Я тоже у Максимки его пару раз таскала. Написано без парабенов. Манго. Аромат манго. SLS тоже тут есть. Ну, приятный. И аромат приятный был манго, и само средство тоже позитивное. Вообще, когда детские средства стоят в ванной, мне просто какое-то удовольствие они доставляют. Второе средство было, это шампунь. Сейчас у Максимки очень много в подарках было шампуней, а волосики пацаньи-то коротенькие, поэтому вот с шампунем мы так быстро не успеваем. Они у нас стоят. А вот гели-то идут хорошо. Вот. Тем более летом там приходилось мыться регулярно. Это не я скреплю, это у меня стул скрипит. Почти, девчонки, закончилось. Вот такой гель для душа. Просто уже покажу, чтобы банку не складывать. После того, как я вот сегодня приму душ, и считаю, ее можно уже будет выкинуть. Спасибо Викуле Попридухиной. Привет тебе, Викуля, огромный.
персиковый смузи, вот такой гель для душа, вы знаете, вот он чем хорош, вот в нем как раз нету ни СЛС, ни парабенов, ни силиконов, вообще ничего нету плохого. Аромат, ну, тут сок персика, масло абрикоса, авокадо. Ну да, такой вот фруктовый экзотический аромат. Консистенция у него, вы знаете, я не знаю, как вам показать, но вот как... Нет, наверное, не покажу. Как желе такое вот в обезжиренном йогурте. Вот такая консистенция. Не знаю, ну, вам, наверное, не видно. Но это не важно. Пенится неплохо, промывается хорошо. У меня кожу не сушил. Но у меня ничего не сушит, только потому, что я пользуюсь кремами всегда для тела. У Максимки еще одно средство закончилось. Бутылку мы ни за что не выкинем. Мы ее очень любим. Angry Birds. Тем более, если кому интересно, и кто-то птичек еще искал, не только мы, то эти птички уже не издаются, а гели для душа, эти Angry Birds, они выходят в новой упаковке. То есть уже упаковка симпатичная, конечно, но крышки обычные. И плоская бутылочка. В Пятерочке можно найти эти средства за 100 с небольшим рублей. Ну вот, я там видела белую птичку и красную. Это был гель для душа Энергетик, имбирный чай с корицей. Как гель он средний. Привет большой Жанули. Огромное спасибо Жанули за этих птичек. Она нам нашла всех птичек, которые тут есть, кроме одной. Вот одну нам нашла Танюшка Хорошего. Вот, за птичек мы очень рады. Мы, когда они заканчиваются, туда наливаем новые средства и пользуемся дальше. Эти птички являются у нас украшением. С удовольствием Максимка пользовался, ему очень нравилось. Тоже я разочек у него стянула, чтобы попробовать на себе, как будет. Вот, в этом месяце много детских средств закончилось. Но это потому, что у него много открыто, и потихонечку оно к концу приходит. Далее. Шампунь. Шампунь от Олин. Антиоксидантный уход. Черный рис без сульфатов и парабенов. Вот это тот самый шампунь, который меня спасал от чесотки, от той парочки. Вы знаете, замечательный шампунь. Я его брала на сайте Фармакосметика. По-моему, там вот в разделе Соколор в интернет-магазине. Вот просто замечательный. Я брала 200 мл, можно было там и 400 взять, но мне давали на обзор, и я решила, что 200 хватит. Но на самом деле, чем больше, тем лучше. Шампунь очень хороший, мне он понравился. Еще больше понравилась маска, вот этот черный рис. Она идет огромные банки, пол-литровые. Ну, там у меня немножко, ну как немножко, третья часть может быть использована только. Вот шампунь-то закончился. Маску буду продолжать. Замечательная линейка, мне очень понравилась. Далее от Олин у меня еще одно средство закончилось. Это, как это назвать? Ну, термозащита я называла. Давайте вот так покажу. В общем, я использовала под фен вот это средство, и мне оно очень понравилось. Ну, естественно, не проверишь, но волосы не сыпались. Феном я пользуюсь постоянно, я подсушиваю. Длинные волосы, они в нашей сырости сохнут долго, и всегда я пользуюсь термозащитой. Мне она понравилась. Единственное, немножко вот, о, что-то появилось, смотрите, вот в конце стало вот так протекать, но там вроде нет ничего, только вот в дозаторе осталось. В конце стало подтекать и немножко поскрипывало. Но это не проблемно. Вот. Отличные средства. Мне вот эта линейка понравилась. Далее. Еще один привет Жанули. Если смотришь меня, спасибо огромное вот за это средство. Вы знаете, девчонки, честно, мальчишки тоже. Хранила долго. Это масло от Ифраше. Всегда это масло все девчонки хвалят. Единственное, кто-то тут в составе сказала, что масла как такового нет, и есть, по-моему, глицерин. Я могу путать,
потому что мое зрение. Так, где тут вообще состав-то? Кто-нибудь видит? Ну, вот тут. Ну да, вот тут в начале, видите, глицерин. Очень понравилось мне это масло. Даже у меня мама, когда им помылась, она засомневалась, гель ли это для душа вообще. Она говорит, у меня такое чувство, что я и гелем, и кремом сразу помылась. Он меньше пенится, чем обычные гели, но зато после него кожа прямо мягкая-мягкая и не требует никакого дополнительного ухода. Мне понравилось. Вот, хорошее средство. У него интересный такой экономный дозатор. Вот такая дырочка. Нажимается бутылочка и выдает очень хорошо. Я говорю, даже экономила его вначале, но тут уже все-таки использовала до конца, потому что ну, сроки годности никто не отменял. Ну что ж, еще один привет. Кому передадим? Давайте Татьяне. Танюшке из Тюмени. Ее ник Рыжулька. У нее есть... Как это сказать-то? Ну, в общем, она зарегистрирована на Ютубе, но нету канала. Вот так скорее. Она мне присылала чистые линии, скраб для тела и бальзам, по-моему, или крем, или бальзам для тела. Оба средства понравились. Единственное, бальзам у меня еще не закончился. Вот этот скраб, фитотерапия, вы знаете, так, что тут написано? Косточки абрикоса, эфирные масла. Он хорош... Ну, как бы, знаете, антицеллюлитный эффект. Массажный эффект 3-в-1. Тонизирует, подтягивает, готовит к интенсивным средствам, очищает, обновляет, выравнивает. Аромат у него, вы знаете, ну, нету такого косметического вау-аромата. Так, сейчас попробую я тут немножко выдавить. Он очень густой. В нем много скрабирующих частичек. Он хорошо скрабирует кожу, но, например, в отличие от Organic Shop, у него скрабирующие частички не такие колкие. И их много, вроде скрабирование хорошее идет, но оно вот какое-то более щадящее. Вроде с одной стороны хорошо скрабирует, другой щадящее. Мне он очень-очень понравился, особенно вместе вот с тем бальзамом, который идет вместе с ним. Классное средство, у меня тут еще на один раз осталось, я его сегодня тоже добью. Ну, если можно так сказать про средства. Загрязнил окружающую среду этой баночкой тоже. Следующее. Скраб. Скраб для лица яблочный от 100 рецептов красоты. Вы знаете, настолько хороший скраб, он мне очень-очень понравился. Он и чувствуешь его, и в то же время он не вредит лицу, не приносит вот какой-то вред. Очень понравился. И аромат приятный яблока. И достаточно экономный 100 мл. Я его использовала больше 2 месяцев. Особенно очень хорошо его перед масками для лица. То есть он так хорошо скрабирует лицо и при этом не травмирует, никакого вреда не приносит. Ну, я уже повторяюсь, да? Так, еще одно средство нашла для волос от Edwin Technics. Бальзам-кондиционер. Это несмываемый. Укрепление и защита. Вы знаете, мне казалось, что он никогда в жизни не кончится, потому что несмываемого бальзама нужно совсем-совсем немножко на руки разносить и по волосам. Использовала я его не каждый раз после мытья, только когда этого требовали обстоятельства. Например, не очень справился бальзам для волос, и приходилось дополнительно вот этим использовать. После него волосы становились гладкие, шелковые, послушные, то есть мне очень нравился эффект. Эта линейка поменяла дизайн сейчас, я не знаю, как он выглядит сейчас, но вот мне он очень понравился. И действительно, вот я не знаю, сколько я им пользовалась, но вот он таки кончился. Даже, если честно, надоел за это время. Так, крем для рук давайте покажу. Это привет уже Мариночке Семенкиной. Она мне прислала от Oriflame вот такой крем с малинкой, приятный аромат. Вы знаете, неплохо он увлажняет ручки. Вообще он увлажняющий или питательный идет? Вот у меня хорошо увлажнял.
Не вижу. У меня руки беспроблемные, но я уже говорила много раз, благодаря тому, что я работаю постоянно с материалом, они сохнут. И поэтому крем у меня должен стоять на столе, и когда я работаю, я в течение дня могу несколько раз до него дотянуться, и надо мне сразу продолжать дальше работать. Вот если чуть-чуть этого крема, то можно было сразу продолжать и за бумагу, и за материал браться. Жирности не оставлял. Хороший крем. Еще один крем у меня закончился. Это уже Катюшка Стрельцова мне прислала. Меня девчонки так снабжают что уходовыми средствами, что я только приветы передаю и огромную-огромную благодарность. Вот такое замечательное яблочко. Если честно, это яблочко меня Максимка торопил использовать. Говорит, мама, давай быстрее уже заканчивай его и мне уже отдай. Вот такая прелесть. Тут была еще такая заглушечка. Сам крем находился вот на донышке вот здесь. То есть вот в крышке не было, она просто объем создает. В креме 30 мл. Этот крем, кажется, Китай. Если я не путаю, то я плохо владею китайским. Вроде бы это Китай. Так, не вижу я. Ну, неважно. Крем неплохой. У него очень ярко выраженный аромат был яблоко. Вот единственное, может быть, кому-то не очень понравится, когда насыщенный аромат. Но проблемные руки он не подлечит. А вот так вот, как мне нужно просто увлажнение по-быстренькому, то неплохо. Плюс за один дизайн его можно купить и с удовольствием им попользоваться. На полке это просто украшение. Дальше, мыло для рук. Кухонное мыло для рук. Это не просто привет я хочу Оксане Александровой передать. Ксюш, спасибо тебе огромное. Девчонки, если есть возможность у вас где-то приобрести это мыло, оно настолько классное, оно так вкусно пахнет, оно работает хорошо. Вот мы хвалим от Faberlic кухонное мыло. Не хуже, если даже не лучше. Если по аромату брать у Faberlic апельсиновый, цитрусовый у них, да, цитрусовый, то этот намного-намного лучше. Вот до слюней. Это я просто показываю, опять же, я его, конечно же, допользую. Ну, не хочется, сейчас через 2-3 дня банка будет пустая и будет просто заполнять. Поэтому я, естественное, что осталось на донышках, просто пособирала по квартире, покажу вам. В общем, вот это рекомендую. Вот просто так можно на стол ставить и вдыхать аромат. Настолько он классный. Давайте вот так поставлю. Далековато от меня. Дальше. Покажу зубную пасту. Когда-то нам присылала Юлюня Макарова такую пасту. Мы ее нечаянно потеряли, купили свою. Очень эта паста мне нравится для ребенка. Ну вот Максимке будет 10 лет, зубки, ну, где-то остались там сзади молочные, в целом уже спереди все передние коренные. Ему нравится. Кому-то, может быть, недостаточно вот этой вот, знаете, охлаждающей мяты, вот самой свежести. Ему вот самое то. Мне, я сама, например, мне она тоже нравится, но я люблю более отбеливающие эффекты, более такие, знаете, как беспощадные, что ли. Потому что мне нужно постоянно зубы отбеливать, выбеливать. Поэтому вот мне ее чуть-чуть не хватает. А для ребенка вот прям его любимая паста. Нужно, вот как здесь написано, горошину. Некоторые девочки говорят, что им горошины мало и надо вот прямо полностью. Я раза два забывалась и по привычке на зубную щетку намазывала прямо вот полностью, так у меня пена шла из ушей, вот в полном смысле этого слова. Поэтому вот то, что надо горошину, я согласна. Но в любом случае у каждого свои требования к зубной пасте и свои предпочтения. Поэтому, то есть это такой, знаете, не спорный вопрос, это уже дело вкуса. Закончился скраб у меня для ног. Вы знаете, когда у меня скраба для ног нет, я с удовольствием пользуюсь и обычным скрабом для тела. Кто-то любит, чтобы для рук, для ног, для тела все было отдельно. Мне как бы вот для тела достаточно. Но так как у меня есть скрабы для рук, для ног, то я с удовольствием пользуюсь и ими. От Foodworks неплохой скраб. Это вообще, давайте поближе покажу, средство для снятия
для смягчения огрубевшей кожи ног. Кожа ног у меня совершенно не грубая, у меня наоборот проблема в том, что слишком мягкая кожа ног, как вот у рук, и босиком я ходить вообще не могу, у меня тогда будут мозоли. Но вот летом мне очень нравятся такие скрабы вечером, когда моешь ножки, вот как раз вся пыль дневная, она прекрасно смывается. Я не знаю, будет ли он тщательно скрабировать, если кому-то надо, но смягчающий эффект есть, потому что вот это... Нет, сейчас, наверное, не выдавлю ничего. Нет, не выдавлю. Выдавила все до донышка. Вот эта кремовая текстура, она идет на смягчение. Тут, по-моему, даже надо минутку подержать, прежде чем смывать. Ну, я не держала, потому что мне нужно было просто очищение и скрабирование. Аромат не очень. Вот у этой. Дальше. Присылала мне Ксюша. Ксюша Станкевич. Она живет в Москве. Недавно открыла эта девочка свой канал. То есть, когда она присылала мне посылку, у нее не было еще канала. А сейчас есть. Так что, Ксюш, ты там в комментариях откликнись. И тогда девочки тоже увидят, что у тебя есть свой канал. Могу ссылку оставить, кстати, на девочек, кто мне чего присылал. Так что под роликом оставлю. Ксюш, спасибо огромное. Было в твоей посылке вот такое средство. Дезодорант 24 часа от Yves Rocher. Во-первых, мне нравится, что Yves Rocher честно написал 24 часа. Я не люблю, когда 72 пишут. Не, ну, конечно, если в поход без воды пойти, то 72 тоже нужны. Но тут 24. Аромат хлопковый, средний. Работал неплохо на мне, но тут опять же у всех разное потоотделение, у всех разный образ жизни, да, то есть я, например, может быть, в жару дома сидела, особо не двигалась, а кто-то там на огороде пахал, поэтому кому-то нравится, кому-то нет, но в моем случае справлялся, он меня подвел раза два. Ну, я там генеральную уборку делала в доме в жару. Там, я не знаю, какое нужно средство. Там только мочалка, да, и скрабы могут спасти в такой ситуации. Поэтому дезодоранта сильно много требовать тоже не надо. Бомбочки. Максимка очень просил вам показать бомбочки. Бомбочки у нас присылал нам кто? Сейчас вспомню. У нас бомбочки-то. Ну, кто нам только их не присылал. И Катюшка Минченкова присылала, и Викуля Михайлова присылала. Вот такие вот бомбочки от смешариков. Я их почему... Ну, бурлящие шарики, да, это бурлящие шарики. Я их почему решила не выкидывать, а все-таки показать, если кому-то нравится пользоваться такими шариками. Их нельзя хранить в ванной. Если чуть-чуть в бомбочке в этой повреждена где-то упаковочка, то они сыреют. А если сыреют, они уже не шипят, не бурлят и аромат не источают. Поэтому хранить такие вещи нужно только в сухом месте, не в ванной. Ну вот, мы так и делаем. Убрали. Потому что был момент, когда бомбочка не сработала. Ну, это было очень жалко. Дальше. Танюшка Хорошего присылала уже нам бомбочки вот такие. Три штуки. Мылись мы регулярно. Максим, как увидел, что эти шарики с сюрпризом. Нам до этого Катюшка Стрельцова тоже присылала. И мы уже знаем, что вот в этих бомбочках не надо их открывать полностью из пакетика. В общем, вот сам пакетик. Это вот такой шарик, это сюрприз был. Сам пакетик только надрезаете. Если вы его полностью откроете, то бомбочки достаточно сыпучие, они просто рассыпаются и шарики сразу выпадают. А тут в руке вот он шипит, 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 и где-то там находится потом шарик внутри. Ароматы все были... Ну, вы знаете, вот не сказать, что яркие ароматы, которые прямо вау впечатлили. Ну, я бы сказала, обычные ароматы. Но вот сами сюрпризы, это прямо было очень-очень интересно. Так что, Катюш, огромное-огромное... Танюш! Танюш, спасибо тебе огромное-огромное. Это вот за эти вот Катюшки спасибо и Викуле.
Так, вторая бомбочка. Вот Максимка просил бомбочки обязательно показать. Детский шарик, бурлящий сюрпризом. Тут уже был вот такой ослик. Говорит, мама, обязательно, обязательно покажи все мои шарики. И третью бомбочку мы с ним открывали. Это уже тропические фрукты. И шарик был... Сейчас вам тоже покажу. Вот до этого нам Катюшка Стрельцова присылала. Мы тоже опускали. Так там был шарик тоже вот подобный вот этому наполовинку. И тоже какое-то животное там. И вот третий шарик вот такой. Так что, Танюш, спасибо огромное, порадовала Максимку, вот с огромным удовольствием. У нас уже от этих шариков тоже копится баночка с этими шариками, и Максимка довольный. Дальше давайте пару средств покажу для лица. Спасибо Жанули. Присылала она мне еще в начале, по-моему, года. Это средство от доктора Пьер Рико. Я потеряла коробочку. Я думала, я ее сохранила, но почему-то не сохранила. Она такая немножко зеркальная. Ну, не немножко, хорошо зеркальная. Видите, крышка. В общем, вот этот крем, вот так вот он называется, он, по-моему, для возрастной кожи идет. Вот тут чуть-чуть осталось, тоже допользую. Я почему его решила показать. В общем, я им пользовалась зимой и весной. Очень хорошо подходит он для подсушенной кожи, для сухой кожи. Для нормальной он уже тяжеловат, потому что крем достаточно жирный. И летом я им не пользовалась, пропустила. Весной начала использовать, но уже не подошло. После лета кожа нормальная стала. Еще после того, что летом она была склонная даже к жирности, то сейчас нормальная. И он все равно остался жирноват. Поэтому я его допользую на зону декольте. Поры закупоривать стал. Но только потому, что сейчас кожа не сухая. Для сухой кожи подходил здорово. То есть он мне понравился, когда была кожа сухая. Классный крем. Также от Ифраше тоже Жануля мне присылала. Вот против обвисания кожи сыворотка. Давайте я вот так покажу, как она называется. Вот. Вот такая сыворотка для лица. В ней 30 мл. Выглядит она вот так. Тут тоже чуть-чуть совсем осталось, но решила я тоже ее показать. Хорошая сыворотка. Вот ей я пользовалась все лето с огромным удовольствием. Причем утром и вечером мне ее было достаточно для лица. Причем ее я наносила обязательно и на всю шею, потому что против обвисания, шея и вот скулы, вот это вот место, как бы у женщин оно может страдать одно из первых. Понравился вот этот вот. Сыворотка понравилась. Дальше, не знаю, сколько времени я уже говорю, наверное, много. Лена Никандрова мне присылала вот такую соль для ванны. Леночка, спасибо. С огромным удовольствием сидела в ванной, ножки в тазике и держала вот эту соль. Я не помню, что-то я долго держала. Но тут 15-20 минут я сидела, читала и до получаса точно продержала. Потом делала маску для ног. Ну, такое прям приятное было времяпровождение, когда я занималась ножками, и мне понравился эффект. То есть хорошее средство. Благодаря этой соли, в общем, я напитала и смягчила, и позанималась, поухаживала за своими ножками. Маски. В тюбиках маски у меня в этом месяце не закончились. Покажу. Вот такие. От Шалин. Маска «Активатор красоты». Сейчас их все покупают в фикс-прайсе. Я вот эту попробовала. Подтяжка, укрепление, восстановление. Здесь шла маска. Кстати, воды было здесь. Ну, как воды, жидкости самой маски. Так много, что можно было второй раз использовать. И крема вот здесь было тоже много во втором этапе. И этот крем мне понравился. Я его использовала даже до конца. То есть вот... Понемножку. Кто-то из девчонок говорил в обзоре, что липкий им показалось. У меня вроде нормально. Вот. Понравилось. Сама маска меня немножко удивила. Когда я открыла, сейчас я вам покажу, как было. В общем, сложено было вот сама маска и вот такая штука. Я сначала подумала, какую из них лепить.
Потом поняла, что все-таки, наверное, одну маску. Было сомнение, думаю, может, обе. Но потом догадалась, что маска настолько тонкая, и, скорее всего, вот эта вот вторая штука, это, ну, как бы, знаете, зафиксировать маску, чтобы потом ее там не рвать в этом средстве, когда она измазана. Вот. В общем, вот такая маска была. И также в этом месяце еще две вот такие маски от Дизао закончились. Это экспресс-маска орхидея, подтягивающая и укрепляющая. Вот эти маски мне нравятся. У них единственный минус — это вот, посмотрите, сама форма. Лоб на недалекого человека. На лоб надо было бы побольше. Зато подбородок, смотрите, ну, даже тройной уместится. Ну, какая-то маска не очень правильная. И приходилось вот здесь вот прорези делать дальше, потому что она как-то вот натягивалась. Ну, в общем, наверное, у меня неправильное лицо. Либо вот как-то тут китайцы не додумали немножко форму этой маски. Но сама маска работает... Не, давайте я эту тряпочку уберу. Сама маска работает хорошо. Единственное, вот она какая-то не совсем правильной формы. Как-то они не очень старательно вырезали. Ну и сейчас осталось совсем немножко средств. Как бы больше декоративного, что ли. Ну, из уходовых еще закончился. У меня вот этот бальзам от Dolce Milk. Это я сама лично покупала. Вы знаете, он очень классный. Кто у меня за датами следит? Видите, срок годности еще можно показывать смело. Можно пальчиком не закрывать. Классный бальзам. Я его использовала, наверное, месяца два. С огромным удовольствием. Закончился полностью. У меня губы, как руки, сохнут, и в день надо несколько раз. То есть у меня губы не намазанные, не могут быть. Сразу начинают сушиться, сохнуть. Да? Сохнуть они у меня начинают. У кого сушиться начинают? У меня нет. У меня сохнут. Вот убейте, не помню, мне кажется, показывал. Максимка говорит, покажи еще раз. Вот такого мишку Тедди с карамельным вкусом, ароматом покупали в фикс-прайсе Максимке, он у него закончился. Но я думаю, что я его показала, а Максимка у меня стянул этого медвежонка и поставил себе обратно. Мне кажется так. Классный аромат, милый такой медвежонок, и на детской полке он смотрится очень-очень хорошо. Вот надо теперь проследить, чтобы я его смогла все-таки выкинуть. Иначе я его буду показывать ежемесячно, если он у меня будет их таскать обратно. Покажу станок. Он идет с запаской. Ну, запасное еще лезвие. Этот станок покупается в фикс-прайсе, хорошего качества. Лезвие используется несколько раз. И за 50 рублей, да еще и со сменной головкой вот этой, супер средство. Достаточно острое и бреет очень хорошо. Закончилась тушь, присылала Леночка Никандрова. Спасибо тебе, Ленулечка, огромное. А ты Фраше, Секси Пал. Это замечательная тушь. Вот такая у нее щетка. Закончилась полностью. Вот даже, видите, на кончике ничего не вылазит. Но я каждый месяц в косметичке месяца ее показывала. Кто за этим следит, те знают. Поэтому долго говорить не буду. Классная, очень нравится. Вот эту тушь выкидываю от Color Trend. Она идет как, в общем, цветная, что ли. Она ко мне пришла уже суховатая. И вот она такая и осталась. Не знаю, 2-3 раза я поверх черный ей мазнула за все время. Вот посмотрите, какое недоразумение. Но ее кто-то хвалит. То есть я когда ее недоразумением уже называла, на защиту девочки вставали. Поэтому, ну, не знаю... Если она свежая, то она нормальная. У меня, видимо, вот она пришла подсушенная. Вот. Ну, не знаю, у меня такое мнение среднее. И хочу показать последнее, если кто досмотрел до конца. Вот такая вот карандаш-помада, тоже от Color Trend. Я ее использовала, в общем, я уже говорила, крутится только в одну сторону, обратно не закручивается, полностью она у меня закончилась. Она ломкая, она, в общем, надо кистью использовать, потому что она, ну, даже по колпачку видно, что она, весь колпачок измазанный. Вот так вот не намажешь, она прямо толстым слоем ложится на губы и сложно распределить. Но такой красивый цвет, то есть цвет я просто очень любила, и поэтому до конца использовала кистью.
аккуратненько кистью наносила на губы, и тогда мне нравилось. Немножко подсушивает, но в целом вот за цвет я ей прощала и допользовала до конца. Вот, все, все пустые мои баночки закончились. Вот так я в этом месяце загрязнила окружающую среду. Я не могу. Так что, ну знаете, вот бывают какие-то фразы такие крылатые. Что-нибудь скажешь, потом оно так по Ютубу. Ну, теперь я, наверное, так и буду с этим загрязнением окружающей среды смеяться, потому что, ну, очень потешно получилось. Вот. Расскажите, чем пользовались вы, что понравилось вам или что, наоборот, не понравилось, чем вы загрязняете эту окружающую бедную среду. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.